Буду делать сегодня кулончик. Заготовочка. Вот такая вот заготовочка получилась. Сейчас буду шлифовать, вручную доделывать. Наждачка от 180 до... От 180 до 5000. Так вот у меня получилось. Так вот. Так вот. Кто нас был? В смоле, луч уже не скользует. И тут получается луч. Такие вот будут кулончики двухсторонние. Вот я уже их показывала. Такие вот будут. Двухсторонние, так, с деревом будут такие вот всякие разные губочки будут, потом вот такие вот будут всякие кулончики тоже. Сегодня я на стол выложила не все украшения, просто решила показать и сообщить, то на этом канале я буду заниматься только эпоксидной смолой. С эпоксидной смолы я буду делать украшения. Возможно, в дальнейшем буду делать еще какие-нибудь поделки, сувениры. А моих любимых питомцев больше не будет на этом канале. Здесь только будут мастер-классы по работе с эпоксидной смолой и результаты моих
работ. Питомцы у меня будут на отдельном канале. Канал называется «Джон и компания». Кому будет интересно, ссылка будет в описании. Спасибо, что досмотрели до конца.